Вот работают бесплатные антисептики для рук, санитайзера. Молодец. Переход на кольцевую линию и станцию Марксистская. This is Таганская. Change here for line 5 at 8. О подозрительных предметах сообщайте машинисту. Проезд метро и на МЦК возможен только в маске и перчатках. Вот приехали на станцию метро Волжская в индустриальный, в музей индустриальной культуры. Но пошел дождик, и мы вот стоим теперь под деревом. Так как зонтик сегодня не взяла, обещали, что дождя не будет, но нет. Зато тут вон озера какие интересные. Мама вон именинница. С днем рождения, мама! Не знаю, что сказать, ну и правильно, не надо ничего говорить. Мы сейчас пойдем и будем рассказывать про музей индустриальной культуры. Пока найдем его, уже полдня пройдет. А потом в поезд и... Там есть номер комнаты? 3А. А улица? Зарядье, по-моему. Нет, не Зарядье, за... Забыл. Вот в какой-то парк Кузьминки зашли, не знаем, не можем найти. Вот, по-моему, вот сюда нам... улицу Заречье, где находится этот... индустриальный музей. Но здесь не видно улицы Заречья. А вон там, наверное. Дальше. Вон они, вон, видишь тогда? По пути грибы пособираю. А сейчас зато смотри, какие березки красивые в естественной среде. Ух, запутались. Тут еще навигатор показывает рядом какую-то психиатрическую больницу. Не знаю, вот там какое-то здание находится. Может, это и есть психиатрическая больница. Сейчас психи сбегут и будут нас терроризировать. Вот уже зашли газ-провода. А? Газ-провода какие-то. Мосгаз. Или что? Не знаю, куда ты. Какие-то тут истребители или бомбардировщики. Что это? ДОСААФ. Что такое ДОСААФ? Добровольное общество с содействием авиации Америки. А, ну вот пошли сдаваться. Вот зашли, тут какой-то аэро что-то находится. Картинг. Все что угодно. Да, какие-то, какая-то промзона, Курмыши. И тут находится парк музей индустриальной культуры. Ну да, похоже на то, что и зона такая индустриальная. Интересно, где же вход? Да, сюда только на такси. А вот и вход, наверное. В общем, ребята, рядом с ДОСААФ, вот в той местности находился этот музей индустриальной культуры. Сейчас его закрыли, там делают платную стоянку. И музей перенесли в
Тульскую область. Так что вот так. Пошли, мы полдня протратили зазря. Пошли в район Сити теперь смотреть небоскребы. И такие граффити тут. В общем, зашли мы в музей индустриальной культуры. Зато вон как улицы чистят. Целых два КАМАЗа. Та-дам! И на такси. Такая вот Филевская линия. Украинская. Станция метро Киевская. О, какие тут красивые. Рисунки и узоры. Которые просвещают. Можно читать и отвечать на вопросы. Вот ты знаешь, что это Екатерина II? Да. Работы Рокотова можно увидеть на выставке в историческом музее. Представляешь? А это мы с тобой.